соглашение о создании совместной информационной и научно-образовательной платформы и подготовке профессиональных кадров в спортивной индустрии между Олимпийским университетом и Сочи автодромом было подписано в сентябре прошлого года. С тех пор студенты РМО проходят на сочинской трассе стажировку по специально разработанной программе, после чего молодые специалисты проводят исследования, которые в дальнейшем введут в состав публицистической программы. Знания об организации маркетинговой стратегии – основная часть в изучении инновационного опыта по подготовке спортивного события мирового уровня. Поэтому в ходе лекции студентам рассказали о реализации билетной программы, лучших рекламных и коммерческих ходах. Чтобы продвинуть мероприятие «Формула-1», его прорекламировать, так составить план коммуникации, пиар-план, для того, чтобы реализовать максимальное количество билетов. И те трибуны, которые мы видим полными на Сочи автодроме, они являются результатом большой работы всей компании. Над тем, чтобы Гран-при России проходило на высшем уровне, трудятся больше 2000 человек. Но не только королевским гонкам уделяется особое внимание. По стране проходят тысячи спортивных мероприятий. В каждом из них нужны опытные управленцы. Российский Олимпийский университет предоставляет образовательную программу для руководителей органов управления субъектов области физической культуры и спорта. Она стартовала накануне и продлится до апреля. Мы здесь как раз сейчас получаем такие систематизирующие знания, которые нам необходимы, потому что не секрет, что сейчас в регионах много проблем с финансированием. Вот, и правильные выбрать пути развития спорта. Вот здесь мы как раз этим и занимаемся. Мы обсуждаем, находим, делимся информацией. Ну и, конечно же, выходим на какой-то другой, новый для себя уровень. Программа дополнительного профессионального образования состоит из нескольких модулей практических занятий и защиты дипломных работ, которые министры спорта регионов будут сдавать с 21 по 23 апреля. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.